Привет, My name is Fido, and today you will train your listening by listening to me speak Russian. Today is going to be fast Russian, which means that I will not be slowing down intentionally. Maybe I will slow it down just a tiny, tiny bit so it won't be too much of a ramble and you guys can distinguish different syllables uh, from each other. And I will Use a little bit of an easier vocabulary. I won't be going for many slang expressions and stuff. So, you guys, maybe intermediate to advanced, who haven't been exposed to a lot of Russian slang, can still understand this. All right. And you have Russian and English subtitles underneath. So, check it out and use that for your own help. And if you want to speak Russian better, then join our 30 day speaking challenge, which starts in two days from the post time of this video. So, don't miss out. The slots are filling up and you may.

Я буду им помогать развиваться и находить новые источники дохода. Но также, разумеется, я буду заниматься и бифлюентом, чем я сейчас и занимаюсь. Я сейчас в Лос-Анджелесе. И здесь очень много хороших мест, очень интересно, очень жарко также. И я жду с нетерпением, когда я уже полностью узнаю Лос-Анджелес изнутри. Но я хочу поговорить о моем перелете и о моей акклиматизации. Я летел довольно-таки недолго. Перелет у меня занял всего лишь, наверное, 18 часов, включая время между, между перелетами. То есть я провел в аэропорту час в Новосибирске, 3 часа летел потом 2 часа в Москве и потом 12 часов летел. Примерно 20 часов я в сумме всего потратил. В принципе, это нормально. Но когда я приехал сюда, вот в этот дом, то я понял, что я заболеваю, что у меня состояние очень плохое. И это из-за того, что я не акклиматизировался еще. И я что-то маленько болел, очень много спал. Я от тебя такого не ожидал. У меня никогда такого не было, а я летал из Америки в Россию, наверное, раз 10 уже. И такого не было ни разу. Это впервые, когда я просто заболел на неделю, грубо говоря. Но сейчас все хорошо, сейчас я снова в строю, сейчас я снова готов заниматься своими делами и работать, снимать видео, делать контент для учеников русского языка и также работать на моей работе. Поэтому, друзья, если вы летите в другую часть нашей планеты, то будьте готовы неделю просто акклиматизироваться. That's it. I hope you got something from this. Again, you have Russian and English subtitles underneath. Check them out. Use them to your advantage and use them to You know, help you out to understand this text and maybe train your listening a little bit more. All right, I'm gonna see you guys in the 30 day speaking channel.